Семейный бизнес. Нравится. Нравится заниматься сельским хозяйством. В моей работе мне нравится то, что, ну, это плоды своего труда. Вот. В первую очередь человек принимает решение, что делать, как делать, когда делать, а потом уже работает машина. Машина не может это определить, все равно в любом случае агрономы все должны определять. В сельском хозяйстве больше люблю получать результаты труда, когда все складывается удачно. Больше всего я, конечно, люблю это весну, потому что, ну, пробуждение природы, сами понимаете, это просто чудо. Ну и финал заключительный – это лето, это уборка урожая, когда подводишь итог своего труда. В будущем, я думаю, что техника по компьютеру будет ездить сама. Когда смотришь, растение только, ну, только взошло, начинает расти, и потом, когда убираешь урожай, ну, как бы это очень радостный момент. –